На что в первую очередь будут тратить средства муниципалитета, как планируют бороться с кадровым голодом в сельском хозяйстве. Повестка заседания Кабинета министров оказалась насыщенной. Отныне на сельское хозяйство республики будут влиять не только законы природы, принятый в 2006 году федеральный закон. В Чувашии появится свой закон о развитии сельского хозяйства. Его проект одобрили на заседании правительства. В настоящее время мы работаем в рамках закона Чувашской республики от 23 июля 2001 года, номер 35, о государственном регулировании и поддержке агропромышленного комплекса Чувашской республики. И он не в полной мере отвечает возникающим проблемам в сфере развития сельского хозяйства. Что ж, нормативную базу обновят, а вот с техникой, кадрами не все так просто. Механизаторов в регионе не хватает. Проблемы начинаются еще на стадии, когда будущие труженики отрасли только начинают постигать профессию. Техническая база учебных заведений хромает. В докладе отметили, что учебные центры слабо оснащены у нас. Вот эта работа ведется, может быть, все-таки не нужно такое количество, а туда вести оснащенность, качество. Современная техника, она нужна именно в процессе обучения. А у нас молодые люди, которые прошли, свидетельство получили, удостоверение получили, когда иногда даже увидят современную мощную технику в хозяйстве, они... Просто боязнь у них возникает. В плане переоснащения техники угнаться за хозяйствами учебные заведения не смогут, отметил министр сельского хозяйства. Но выход есть. Здесь нужно какие-то соглашения, договора с предприятиями для того, чтобы проходили обучение вот уже на новой технике. От развития к приоритетным расходам в муниципальных бюджетах. В перечне того, на что в первую очередь планируется тратить деньги, переселение граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, строительство и реконструкция дорог. И объектов спорта. В 12-м пункте речь идет о обеспечении мест в детских садах и нет строительства новых школ. В частности, мы в этом году не заложили строительство ни одной школы. Означает ли это то, что и в 15-16 годах не будет начато строительство ни одной школы? Это вот вопрос по пункту 12. В пункте 13 речь идет о капитальном ремонте учреждений культуры. Означает ли это, что в последующие 2-3 года не будет начать строительство ни одного учреждения культуры в республике? То, что вы говорите, то, соответственно, оно строится и сегодня за счет республиканских средств без участия муниципальных образований. В последующем, если посчитаем необходимым, что участие муниципалитета обязательно в строительстве этих объектов, будут внесены соответствующие изменения в госпрограммы. Кстати, что касается республиканского бюджета, то на заседании также обсудили порядок предоставления субсидий представителям малого и среднего предпринимательства. Господдержка в размере до 10 миллионов рублей оказывается тем, кто потратился на новое оборудование для модернизации и развития производства товаров.